Славянск на Кубани продолжает благоустраиваться. Благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» были отремонтированы дворы многоквартирных домов, построен молодежный парк. Сейчас началась реконструкция территории у памятника Ленину. Эта территория была выбрана жителями Славянска на Кубани. В марте, в день выборов президента Российской Федерации, на 18 избирательных участках города проводилось рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, которые предлагалось благоустроить в первую очередь. Среди претендентов на благоустройство были сквер Аллеи Любви, Северный парк и улица Набережная. По результатам рейтингового голосования предпочтение было отдано скверу у памятника Ленину, который станет продолжением Аллеи Любви. Также будет благоустроен прилегающий тротуар по улице Красной от Краснодарской до Стаханова. Работы уже начаты. Их планируется завершить в четвертом квартале текущего года.